Владимир Бенедиктов. Напрасные жертвы. Читает Павел Бесилин. Степенных мудрецов уроки затвердив, Как вредны пламенные страсти, С усилием я каждый их порыв Старался покорить рассудка грозной власти. С мечтой сердечною, вступая в тяжкий спор, Я чувств шел наперекор, и, может быть, порой чистейшее участие. Созданий милых мне враждебно отвергал, и где меня искало счастье, Я сам от счастья убегал, рассудок хладный, Долго, строго, я не без горя, не без слез Тебе служил и много много, много кровавых жертв тебе принес, как в тайну высшего искусства. Я вник в учение твое и обокрал святыню чувства, ограбил сердце я свое, и там, где жизнь порывом сильным из тесной рамы бытия стремилась выдвинуться, я Грозил ей заступом могильным И злой грозой поражена. Стихала грустная она За жертвы трудные, За горькие лишения. Ты чем мне заплатил? Холодный жалкий ум Зажег ли мне во тьме Светильник утешения И много ли мне дал От радных светлых дум? Я сроком бился, что ж, что вынес я из боя. Я жизнь верял тебе, и не жил я вполне. За жизнь мою ты дал ли мне, хотя безжизненность покоя? Нет, дни туманные мои полны при проблесках минутных печальных гроз, видений смутных и темных призраков любви.